Как они узнали? И, по всей видимости, девушки посходили с ума. Настолько это жестокие люди. Какой ужас вообще? Что-то мне кажется, что отец просто был не в курсе, в чем он снимается. Использовал такой вот хитрый трюк. Всем привет! Ну что, сегодня мы снова нырнем в мир ТикТока. Посмотрим, что мы полезного сможем оттуда почерпнуть. Вы на канале онлайн-школы английского языка English Dom. Меня зовут Виктор Вазовский. Погнали смотреть ТикТок. А, стоп, еще не поехали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых роликах. Ну и также подписывайтесь на наши другие соцсети. Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. А теперь поехали. Yo, Terry, what's up, man? What's up? How you doing? All right, you guys ready to go? Yeah, for sure. You want to listen to something? Oh, yeah. What the... How did you know? I love this song. Making my way downtown, walking fast. Какой ужас вообще? Как они узнали, что это моя тоже любимая песня? This is a picture of me exactly a year ago. I was eating a lot of junk food and drinking at least a bottle of liquor every day. And this is me now. And I still do all that shit. Gang, bitch. Да, ребятки, кстати, между прочим, junk food – это вредная еда. А вот, кстати, моя фотография до того, как я начал заниматься баскетболом и рэпом. Перед следующим видео стоит напомнить всем, что Билл Гейтс развелся со своей женой. И, по всей видимости, девушки посходили с ума. Ну, их тоже можно понять, как бы у мужчины 130 миллиардов на счету. I'm rich. Слушайте, может мне тоже чуть-чуть сойти с ума и приударить за Билл Гейтсом? Значит, смотрим видео. Билл Гейтс new wife, if you're not Билл Гейтс, keep scrolling, and yes, I will be doing the entire audition standing like this for plot-related purposes. Three reasons you should marry me. One, we can do it however you want. Whether it's in your office or with the windows open, I promise by the time I'm done with you, you'll have a grand new outlook on life. Two, just like you, I'm hungry for power. Point being, we make a great match. And three, if you marry me, you have my word that I will excel at making anything Microsoft macro hard. Слушайте, ну круто. Ну красиво, она прям все разложила. Значит, видео называется, если ты, естественно, не Билл Гейтс, скроль дальше. Три причины, почему ты должен жениться на мне. Первая причина, слушаем. One, we can do it however you want. Whether it's in your office or with the windows open, I promise by the time I'm done with you, you'll have a grand new outlook on life. Two. Мы можем делать все, что ты захочешь у тебя в офисе, в смысле в офисе, где ты работаешь, или в офисе, в смысле приложения в Windows, Office, Microsoft Office. Мы можем это делать, пока окна открыты, Windows, в смысле окна, или пока Windows, программное обеспечение Windows. Когда я с тобой закончу, у тебя будет потрясающий Outlook on life. Outlook в смысле почта майкрософтовская и Outlook взгляд на жизнь. Ух, бомбит она, конечно, двухсмысленными словечками. Здорово. Второй пунктик. Я прям как ты голодна к силе. PowerPoint — это, естественно, приложение для презентаций. Ух. Если ты женишься на мне, you have my word, я даю тебе слово. Или же Word, программа Microsoft Word. Ну и Excel, I will be Excel. Excel — это программа Microsoft, где можно делать таблицы. Ну и также Excel — это изощряться. Я сделаю все, что Microsoft, микро-мягкая, макро-хард. Здесь что она имела в виду? Ну мы не знаем, братва. Или она имела в виду Microsoft компанию, или она имела в виду Microsoft микро-мягкая, или она имела в виду Macro Hard, компанию, которая производит железо на ПК. Или она имела в виду... Сами понимаете, что. Такой TikTok получился гиперсложный. Я надеюсь, что вы меня услышали и поняли.
Kill say what? What? Got him, we got him, kill him, kill. Ну, здесь стоит объяснить, есть такая игра в Америке, называется Kill or Say What. Кто говорит эту фразу, после этого все должны молчать. И кто первый что-то скажет, тот и считается убийцей. И вот адвокат на полном серьезе принес эту фразу в зал суда. Использовал такой вот хитрый трюк. Я бы в зале суда еще использовал бы, кто встал, тут место продал, когда судья будет идти в туалет. You wish that was you, huh? Это тупо я и мои отношения с моими старшими братьями и сестрами. Они мне никогда ничего не покупали. Они могли буквально что-то купить, просто принести мне домой, дать его мне уже в руки и сказать: «Нет, мы шутим», и забрать назад и унести это в магазин. Настолько это жестокие люди. Ребят, очень много классных шуток мы упускаем просто потому, что они на английском языке. Чтобы их понимать, нужно владеть достаточно высоким уровнем английского языка. Вы, кстати, знаете свой уровень английского языка? Если нет, тогда есть у вас отличная возможность пройти тест очень быстро. Он займет у вас буквально пару минут на сайте English.com, который точностью в 99,9% даст вам результат вашего уровня английского языка. Поэтому переходите, проходите тест и делитесь результатом в комментариях. Нам интересно тоже будет послушать, прочитать, какой у вас там результат. И если вдруг вы захотите прокачать свой английский еще больше, вы сможете записаться на первый бесплатный урок английского языка с преподавателем English.com. Проходите тест по ссылке в описании или это здесь в углу. После ждем вас на урок. Face for 1 million. Юху! Wakey wakey, princess. Hey, hey, where's my fucking money? The money's fake, man. Huh? Well, I hope you like what I had for lunch. Честно, я бы ударил его даже не за миллион. За долларов 150 я бы его ударил. Не потому что мне, ну, не нравится он. Просто 150 долларов мне больше нравится. Ну, что сказать, любви все возрасты покорны. Но я почему-то в это не верю. Мне кажется, что это просто отец купил украшений ее матери, показывал ей просто: смотри, что купил матери твоей. Она его подписала на эту всю очень смутную историю. Что-то мне кажется, что отец просто был не в курсе, в чем он занимается. Name 5 countries outside of America. Singapore, France and Africa. Ну какая Африка, чувак? Ну всем же известно, что там правильно Ваканда. Обратите внимание, что здесь name используется как глагол называть, назови мне что-то. То есть name можно использовать еще и так. Name, five countries, бла-бла-бла. Ужас! Кто так делит банан вообще? Она для меня стала автоматически в полку с людьми, которые любят пиццу с ананасами. Okay, guys, so today we need to come up with a word for the day after tomorrow. English, what do you got? Yeah, well, how about just that, the day after tomorrow? Okay, but that's not actually a word. You know, the day after tomorrow, that's a bit of a mouthful. So let's just, people can just say the day after tomorrow, it's fine. Okay. Oh, but Universal, I did come up with a word for throwing someone out. Ну, это странно. Это действительно странно, почему у них до сих пор нет слова «послезавтра», как у нас, например. Они говорят «the day after tomorrow», то есть день, который идет послезавтра. Можно же укоротить это все. Также у них нет слова позавчера. Они говорят the day before yesterday. Можно же сократить, братва. Обратитесь ко мне, я вам помогу. Но, тем не менее, у них есть слово siblings, которое соединяет братья и сестры в одно слово. А мы еще такого не придумали. Стоит нам задуматься тоже, кстати, над этим. What language do people from Africa speak? African? I was trying to be serious. Что? Люди из Африки говорят на африканском? Всем известно вообще-то, что люди из Африки говорят на ваканском языке. Если серьезно, то люди в Африке говорят на английском в основном. Но есть некоторые страны, регионы, которые разговаривают на французском. Ну и также там очень много разных диалектов. Поэтому одного единственного какого-то языка африканского не существует. Кто не знал? I got three looks. And that's it. Got a homeless man, 12-year-old boy, and a hooker. And that's all I know how to do.
Да, это забавно. У меня, кстати, два лука из этих есть. Одного не хватает. Конечно же, homeless man. А вы про кого подумали? Ну что ж, ребят, это были все тиктоки на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что именно вам понравилось. Мы обязательно все прочтем и учтем. Кроме того, у нас на сайте вы сможете пройти тест на определение уровня своего английского языка. Результаты вы получите очень быстро и максимально точно. Чтобы его пройти, нажимайте на кнопку, которую вы видите прямо сейчас на экране. После напишите обязательно результат в комментариях, какой у вас получился. А мы будем прощаться. С вами был Виктор Вазовский. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. Пока.